У вас обычно круто начинается. Почему трясется, будто? Может, что ты трясешь? Ты же Шепард, блин. У меня есть Адер Шепард, либо Джон Шепард 19-го года и 15-го года. Прикиньте, 15-го года сохранение валяется и прошлого года. Вообще круто. Ну и все, по идее, за 10 часов я пройду игру. Ну да, бла-бла-бла. Mass Relay, древние цивилизации, и, короче, там война. Круто все. Космос, будущее. Эпик. Длинный фильм, но вообще по кайфу я так сижу, бля, как же охуенно поиграть в Mass Effect. Ух. Быстро слился один чувак уже. Их же уровень. Быстро. Мужик может спрятаться. А! Я Блять, что, серьезно? Я помню, тут есть такие места, где можно застрять. Open. О нет, взлом жопы. Ну да, ну вроде простой. Убили Найлус. What is that? Off in the distance. It's a ship. Look at the size of it. Там было улучшение в огне. А! Пиздец, при смерти. Набор улучшений зато нашел. Не знаю, чего там. Но теперь оно мое. Ой, блять. А! Че, уже такой эндгейм? Я забыл, как хилиться в этой игре. F. Да, F. Очень интересно. И он умер просто. Блять. Блять. Ас эффект. Он призвал загрузку. Первая часть немного топорная. Но в этом весь шарм. Ас эффект. До жути немецкое оружие. Big ass эффект. Я помню, первая часть она довольно-таки короткая. Как по мне. Ну типа я буду все DLC-шные миссии проходить, скорее всего. Поэтому она будет довольно-таки долгой. Аск пошел нахуй, пропустите меня, меня же убьют. Не, говно, молотцем заебаты, они такие пробивные прям. Их на дробовик еще хорошо вешать, чтобы там кроганов пиздить. Строганов. Пиздец, он сидя нахуй быстрый, блять. Гуськом, блять, передвигается, как я, просто пешком. Че происходит? Нет, я главный герой. Произошло взаимодействие. А! Блять, надо перестать нажимать пробел, чтобы бежать быстрее. Потому что во второй части будет пробел, чтобы как раз быстрее бежать и все действия делать. Send the commander up to see me. Yes, of course, mistress. Bang, okay. Но все начинается bang эффект. Точнее, S эффект. Произошла стыковка. Soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. Ас эффект. Да, первая часть это же ходьба, симулятор ходьбы. Еще симулятор лифтов. Бра. Момент. Бра. Эффект. Сарен a specter, but I know he's up to something. Ее, Гарус. Гарус эффект. Все, игра началась. Гарус встретили. Все, это просто видеогейм старт. Мне, кстати, зернистость, блять, в этой игре нужна. Я такой сейчас понимаю, такой, бля. Она слишком не графонистая. О нет, я ненавижу лифты в этой игре. Они
Загрузочные краны, потому что они лифты. Только не лифт. Ничего кроме лифта нет, What the fuck, она с неба упала. Ножом бы не произошла. О нет, меня YouTube забанит, стриптиз же, блядь. Ой, ей поебало можно дать. Я помню, что ей поебало можно дать этой дуре. Сука, я тебя убью, нах. Пидорас, Пиг! Бэнкай. Блин, в этой игре музыка такая охуенная. Пиздец, я ее даже слушал отдельно, без игры. Блять, Андромеда говно такое, просто пиздец. Ну там управление прикольное, типа движение все это, да. Такое свободное. Ну, блять, игра сама говно такая, просто дресня, будто в рот насрали. Мне нравится, что тут просто нельзя позвонить. Нужно сходить, поговорить, попердеть, блять. My pussy. Блять. Сюжет? Ну, короче, блять. Сейчас пока что происходит? На колонию людей напал, блядь, Спектр. Но Спектр это, типа, такой спецагент, супер, блядь, крутой чувак. И он привел гетов, таких роботов, блядь, синтетических, типа, и, блядь, которых давно не видели, блядь. Типа, я сейчас расследую, блядь, чё да как. И пытаюсь сам Спектром стать. Но пока я хожу по, вот, межпланетной этой станции, блядь, Цитадели, изучаю. Вот. Дальше, ну, дальше, что будет уже, я буду примерно рассказывать, что пропустил. А куда идти теперь? Шорбан. Где? Блять, мы просто хуярить надо куда-то. Мне нравится, что на мини-карте там ни хера нет. Мини-карта есть, но информации на ней ни хуя. Пиздец, странную хуйню ты написал. Короче, мы с другом Мани построили огромный дом свастика. Он был до пизды огромным. Там была антиадмин система. Там, короче, сундук был. Если открыть его, то там была лапша, которую вешают тебе на уши. Затроил куколда. What the fuck? Ясно, Харлам. Ха-ха. Пацаны, ребят. Поговорим об оплате. I would not dream of letting you if you're interested. What are you offering me? I offer a gift of words. An affirmation of who you are and who... No. Please, no, Бинни. See your skin descends, Commander. Thanks. Close your eyes and relax, Commander. Please, no. Do not touch. Бенке. Произошел секс уже. Только я сказал, бенке, okay, уже бенк произошел. Я не знал, что в первой части это уже было. Ютуб, не бань, пожалуйста. Плиз. Плиз, Джон, Ютуб, no ban. Лучше кредит больше дала, сука. Remember my words, Commander. Отступник 2, ну круто. Произошел бэнг. Бэнг эффект теперь это, блядь. Пистинг. I did not hit her. Now if Garrus comes around, not true, it's bullshit. Keep your mouth shut. Who are you? Let her go. Geth. There is no way the council. Time we paid fist a bit. This is your show. Хватит говорить про фистинг. До смерти, блять, я такой, производим взлом. Бежим? Куда бежать-то, я, блядь, не знаю даже. А, ну просто вперед. Just set me up. I knew I couldn't trust him. Bang, okay. What are you up to, Shepard? Принес с собой инопланетян. Making your всех видов. Фит. Такие игры больше не делают. А, как печально. Commander Shepard. My name is Samesh Bhatia. Hello, I'm from India. I'm talking like this. The Indian man. I'd like to talk like that. Please, Commander, help me. А, блядь, опять прыгал нажал. Беги, Шепард, беги. О, блядь. Я пришел к умеры. Come on. Come with Johnny. You don't have to send a fleet into the Traverse, and the ambassador gets his human specter. Everybody's happy. Спектр. Shepard, step forward. Все к шишке встали, блядь, на такое. Дымятся прям.
Ей, я Спектор. Ну, наконец-то. Very good, very nice.